А вот ты знаешь, кто такой деверь? Твой подарок молодоженам будет самым оригинальным. Можешь оставить открытку пустой, вписав свое пожелание. А можешь сделать круче, на обратной стороне открытки распечатай семейную памятку. Кто родня друг другу после свадьбы? Они будут ржать, сопоставляя родственников с этими забавными персонажами. Подкинь молодым бабосик на дом, на детишек, на тачку и на отпуск. Вложи конверт в открытку или приклей сзади. Завязываешь на бантик и красота. Итак, ты даришь набор аксессуаров для медового месяца. Мои чековые книжки желаний. Засовываешь специальные свадебные чехлы для жениха и невесты. Модный и необычный сюрприз. Книжки внесут нотку позитива, юмора и романтики в их отношения. Кладыш, объясняющий, что делать с книжками, прилагается. На крышку лепишь титульник, набор аксессуаров для медового месяца готов. Дари памятку в рамки или вставляй в открытку, комбинируй все эти шаблоны по-своему. Заметь, в набор входят только свадебные чехлы, книжки желаний приобретаются отдельно. Шаблоны для изготовления такого подарка можешь раздобыть у меня в инсте или на сайте, ссылки в шапке профиля.